Так, всем здравствуйте, да? С вами я, Виталька, большая деталька. Сегодня посмотрим, идет первый. Я уже тут пытался записать, в общем, и у меня ничего не получилось. Звук был какой-то говёный, громко слышно игру было, меня не было слышно. Сейчас проверим, как сейчас. Меня не было слышно, я тут уже прошел 2, 2, 3, 4, 5 гонок. Давайте мы посмотрим еще 5 гонок. Я, может, даже эту игру пройду. Может быть, пройду когда-нибудь. А может, не пройду. Давайте ралли-кросс посмотрим. Так, играю я на сложности полупрофи. На 230, 196. Тут покруче. Давайте возьмем вот эту. Деньги все равно нам приходят, как из мешка с лопатой, как на лопате, поэтому мы купим. Так, я тут проходил, блин, плохо, что не записалось там. Но сейчас я вам расскажу, что я хотел сделать тут. Нас не о, тут с чуваками. Так, и, по-моему, у меня FPS-ов мало, по-моему. Ну, блин, эта игра не записывается бандикамом, падла. Ой. Не записывается бандикамом по-нормальному, записывает только экран. А экран записывать это, ой. Это точно надо шамана вызывать. Король шаманов надо звать. Мультик, помните? Король шаманов. Песню там он пел. В общем, игра прикольная. Я бы ее прошел бы. А почему я бы ее прошел? Да потому что у меня на канале один сталкер. Сколько можно в сталкер играть? Это уже надо разбавить хоть гонками. Я же все-таки гонщик нелегальный. Профессиональный. Поэтому нам надо гонками разбавить. Я думаю, что Dirt для этого подойдет. Вот дисциплин дофига. Не только по трассам, еще галины есть, там еще что-то есть. На грузовиках. Хил Климп. Куда я поехал? Ах ты падла, иди нафиг. Хил Климп есть еще. Ну, эти гонки на город. Вот на этих машинах такие. Кто говорит, в передаче быстрые громкие показывали. Там он такую тачилу собрал. Там. Блин, вот это страшно вообще. На город с такой скоростью подниматься. Это же надо такому случиться. Я бы в штаны навалил бы. Испугались. Обосрался. В общем, это быстро было. Вон я, вон видите я. Желтый. В общем, геймпад тут не работает. Я хотел геймпад подключить. А он, зараза, так и не работает нифига. И через бандикам оказалось лучше записывать, чем через ОБС. Денег дали. Так, одну мы прошли. Ну, не будем считать, что вот это я, прошел на запись. Уж не описуйте. Ну, буду проходить эту игру. Она мне понравилась. Если что, мы потом... Нет, я не хочу профессиональную лигу переходить. Я хочу всю... любительскую пройти. Может, мы еще сложность добавим на... О, блин, надо покупать, что ли? А что купить? Я Митсубиси куплю. Подожди, нет. Сколько у меня? 210? 200? 570 крутящий момент. 2,5. Колесная база. Это длина. Дай Митсубиси купим. Я хочу на Митсубиси поездить. Так, запись идет. Я экран буду светить иногда. А что, может другую рассказку? Ладно, давай вот эту. Ну понятно, он рассказывает горные гонки похожи на ралли. Сейчас и узнаем, что это. Пора показать всем, на что мы способны.
Сейчас покажу. Если не разобьюсь. В общем, по молодости я в эту игру дофига играл. По молодости. Ну, в детстве, считай. Ну, она меня, знаете, почему бесила? Вот этот поганый, засранный желтый фильтр, вот этот вот. Такой желтый. Блин, тут дорога-то говно. И на клавиатуре не очень удобно. На асфальте эта тачка хорошо держалась, та до этого, прошлая гонка. Фига, 175. Е-мое, блядь. 175. Это же надо с такой скоростью гнать. Ух ты что, еще тут сопротивляешься, что ли, мне? Я тебя не ожидал такого, Митсубиси. А знаете пословицу? Лучше девочка без писи, чем машина Митсубиси. Вот так вот. Вот теперь живите с этим. У меня был этот на канале Expand Rally был. Там лицензированные тачки были. О, блядь! Ты что, ёшь? Давай на дорогу, бегом, блин! В общем-то, там лицензированные тачки были. Но они узнаваемы были. Там Гольф был, Митсубиси был. А тут хоть лицензия. Игруха 2007 года. Блин, ну до 2007 года тут такая разрушаемость машин бомбезная. Что такую я не видел ни в одной гонке. Все что ли? Блин, прикольно. Все так молниеносные, гонки такие быстрые. Сколько побед? 10 или сколько там? У меня звук убавлен тоже, я плохо слышу. Вам там вообще, наверное, ничего не слышно. Давайте пойдем уже до конца вот это все. Вот это. 1, 2, 3, 4 гонки. Подожди, математика. 1, 2, 4, да? По математике двойка была. О, Джапан. Япония. Блин, может, профессионал. Давайте полупрофи пока лигу пройдем. Пежо. Гранта Пунто. Такое название. Фиат Гранта Пунто. Ёшкин кот, блядь. Давай, в Японии на Гранта Пунто. Что-то на Фиате, что-то не очень. На какой-нибудь японской бы машине. А то Гранта Пунто. Смешно так. Ну, искры с глушака летят. Так, тут мокрый асфальт. Сейчас мы узнаем, как полный привод у нас держит мокрый асфальт. Хотя в прошлый раз я пробовал записать, там тоже мокрый асфальт был. И это же машина была. Она там хорошо держалась. Ух ты, блин. Заносит. Ну, вот этот желтый фильтр дебильный. Не люблю я вот эту игру из-за желтого фильтра, но она классная. Для слабого ПК пойдет. Не совсем, конечно, драндулета, который браузер не грузит. А для такого. Ну, какая-нибудь 470-я GeForce, как у меня была. Пенек какой-нибудь феном. Там. Феном, веном какой-нибудь. Ну, на Японию похоже. Хотя я в Японии не был. Ой, блин, столб. Я в Японии не был. Ну, похоже на Японию. А где Сакура? Вон чудики стоят. А, ну вот это да, японская дорога. Да, вот это японская, точно. По-моему... Ой-ой-ой. По-моему, подлагивает немножко. Вы там напишите мне. И, кстати, там вы что, без подписки смотрите? Половина. У меня там два уважаемых человека
2 подписчика. Спасибо вам. Остальные подпишитесь, пожалуйста. Будем дружить. И не тужить. Блин, поворотов много. И правда, Япония. Змейки какие. Тут дрифтовать надо, они. Галины гонки устраивать. Надеюсь, я там не опаздываю по времени. Никуда. О, 12 секунд. Что-то я, блин. Что-то я какой-то шустрый. Как понос. Куда лечу? Да, пацаны, она подлагивает. Да-да-да. Или у меня комп уже скоро взорвется. Хотя эту игру он должен жевать спокойно, без проблем. А чё-то какой-то он не такой. Ёп-пупсоте, блядь. Что происходит? Я что-то увлекся. Все, там финиш уже. 15 секунд. Поздравляю с победой в соревновании. Музон, не знаю, авторские права есть, нет. На YouTube загружу, узнаю. Лагать она может из-за того, что мне экран пишется. Придется мне вырезать в редакторе. Как машина называлась? Джунта Пунта или Пунта Джунта? Давайте еще 3 гонки пройдем уж. Дали Каус, полный период. Опять на полупрофи. А, о, Митсубиси. Lancer Revolution. Так это что у нас? А где это? В каком месте находится? Великобритания или где? Она подлагивает. А. Пора показать всем, на что мы способны. А, так это была уже у нас. Вот тут она лагает. Тут 60 FPS нету, пацаны. Да-да-да-да, лагает. Какого-то чёрта, сволочь, лагает. Ой, блин, остановка. Нет, это по новой. Надеюсь, там не громко было. А чё ты мне даже не помогаешь? Я, говорит, сделаю все, что смогу. Хоть бы помог добрым словом. А то я сделаю все, что смогу. Что ты можешь сделать для меня? Ой, извини, дядька, это нечестно было. А вот это тоже нечестно. Так, это не по-спортсменски. По-спортсменски. Слово мое любимое. А, Колин. Колямба. Третий едет. Блин, не отстает. Мне до этого догнать. Иначе удачи не видать. Блин, я не догоняю. Я его напугал. А он напугался, руль повернул в другую сторону. Тут еще и 3 круга каких-то. Вот это напряженные гонки, да. Сложность предпоследняя, максимальная, считай. Почти. Ну я вроде еду. Так вроде полагалась игра. Так, тут они меня тоже не догоняют вроде как. Я неплохо еду. Ну блин, геймпад плохо что не работает. Что такое с ним случилось? Я не пойму. Так языком чесать это не мешки. Выручить, конечно, надо гнать.
Что ты? Я куда нажал-то? Ё-моё, что-то случилось. Это просто замечательно. Восхитительно. Главный приз. Мешок говна, главный приз. Коля что-то подводит. Классный гонщик был. Жалко, что разбился. Земля бетоном. Что я могу сказать? Компатив British Rally. Компативы. Компомотивы. Так, что запись идет? 15 минут. Вы, блин, вы там экран запалили. А я выгляжу, вы не увидите. Ха. Так, еще две гонки. Далее передний привод. Да, полупрофи все-таки будем проходить, а то мало ли что там. Сузуки или Ситроен. Блин, ну тут даже мощнее Ситроенчик. Давайте его возьмем. За 200 тысяч долларов США. Извиняюсь. Кони. Кони бегут. Это что, Италия или что это? Возврат на трассу 2. На Италию. Сейчас узнаете, на что я способен. Да, какая-то или Греция, или Италия. Так, пацаны, кто с Италии? Ставьте лайк. Дизлайк тоже можете поставить. Если я вам не нравлюсь. Особенно мой словарный запас и картавый язык. Картавый язык — это мой... Налагает. Ну ладно, бог с ней. Пускай он так... Пускай так и пишет. В принципе, нормально. Что ты? Ситроен. Я даже не заметил поворот-то. Машинка медленная, конечно. Так, ну 6 секунд это нормально. 5. Это класс. Ого. Так, трамплинус. Вау. Вау. О, блядь. Угу. Поворот. Компот. Так, тут вроде едем. Блин, я даже на карту не смотрю. Я действую по обстоятельствам. Если надо будет, атакуйте. Я даже... А сюда, да, блин, что-то даже я не это... Так, шпилка. Еще. Нет, это не шпилка, это просто крутой левый. А крутой правый. Ну, право-лево попутал. Это я. Что? Хорошая игруха. Вообще топ. Для своих годков это она. Ой, кусты насадил кто-то. Блин, извините, цветочки придется вам еще посадить. Шпильки. Ой, блин. Да что так поворотов-то много? Таких верченых. На одном месте. Ой, извините, если там оглохли. Ой. Я хорошо еду. Вообще идеально. Идеально. Молодец. Похвалил себя.
Надо так напряжение такое в руках, в пальцах. Фигадо. Свечки, по-моему, фигадо есть. Или какие-то запчасти на машину я покупал себе. Фигадо. Не помню. А, она, по-моему, в 60 FPS мне записывается. Если подлагивает. Оу, нет, блин. Блин, я на бревне застрял. Промеж колес застряло бревно, не мог выехать. Эх, ты прям перед финишем. Все равно 15 секунд. Чё-то я разогнался совсем. Этот чемпионат ваш, поздравляю. Спасибо. Ты чё, это Египет что ли или Греция? Я так и не понял. Загружайся дальше. А, это Испания, ё-моё, я, блин, Египет. А, Билштайн, давай вот этот Билштайн еще в Германию поедем. И на сегодня закончим. Так, что у нас по машинам? Клио, Клио, Ситроен. Корса 230, 196, 201. Давайте. О, Opel Corsa Super 1.6. Так звучит стрёмно. Как Жигули какие-то 1.6. Ну, искры летят из гушака. Тут еще и мокро. Ой, блин. Германия. А, ну Opel германская же машина. Ну да, правильно. Значит, я хорошо сейчас поеду тут на Opel. Тут погода пасмурная какая-то. Пока легко. О, два колеса, да. Молодец. Холодец. О, блин, тут 2 секунды уже я. Секунды 42. Тут надо гнать. Срезал. Ты что? Блин, обмануть не получилось. Ладно, сейчас мы узнаем, сколько там. Ну, наверное, я на первом месте не буду. Блин, игра умнее меня оказалась. Блин, да. Вот это лох. Печальный. Да что ты, Германия? Еще даже хуже Японии. О, мужик сидит. А, ну 3 секунды. Нормально. Я даже там с учетом с фейлом моим. Это я еще хорошо еду. Так это асфальт мокрый опять. Блин, мне машину носит и тянет влево. Я что-то там где-то опять врезался, походу. Ага. О, автобан германский. Нифига ты тут, блин. Да тихо, тихо, ты что? Что ты? А, ну еще 4 секунды. Надо, значит, сложность повышать. Блин! Ладно. Не буду повышать сложность. Но я думаю, что если даже я эту зону на красную проеду, вот этот участок, я думаю, что я все равно первым буду по этим, по баллам. Дорога-то кривая. Что за дорога такая? Кто мне скажет? Куда я в лес-то поехал? 6 секунд.
Блин, что-то как-то легко. Этот чемпионат ваш. Поздравляю. Ну, спасибо. Я же сказал, что на Опелях поеду, хорошо, в Германии. В Германии должны быть германские машины. Поздравляю с победой. Миллион. Так, ну все, мы прошли, не считая вот этого, то, что я зафейлил там первую часть. Ну тут, блин, я думаю, может, перепойду как-нибудь. А так мы уже сейчас пойдем. В уровень 2 пойдем. Австралия тут. Ладно, давайте. Спасибо, кто посмотрел. Классная игруха. Я думаю, что я ее пройду. Она веселая. Тут есть о чем поговорить. И я думаю, что жопа будет все больше и больше нагреваться. По ходу уровня вот этого. Вот этой вот сетки призовой. Выше, выше будет. И жопа все будет больше, больше полыхать. В общем, вот так вот. В общем, всем спасибо, кто посмотрел там. Подписывайтесь там, не забудьте. Всем пока, увидимся, когда увидимся.